Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, рыночка рыба, мой талисман. Что, друзья, сегодня хочу снять фильм, фильм благодарности вам, подписчикам, всем, кто у меня есть, кто смотрит мои фильмы. Кому нравится, кому не нравится, все равно заходили, смотрели. Кому нравится, еще больше благодарность. Кто подписался, вдвойне благодарность. Я очень рад и горд тем, что у меня есть такая армия большая. Даже, честно сказать, не ожидал такого внимания по отношению к себе, к человеку, в то время, который начинал снимать такие фильмы, неопытному, непрофессионально обученному к этому делу. Просто хотелось, имелось огромное желание поделиться, оставить какую-то частичку себя в этом творчестве, поделиться своим опытом в этом деле рыбацком. Не только моем, но и отца моего, и дедов моих, и которые были рыбаками. Соответственно, они обучали моего папу, мой папа обучал меня, я какой-то частью своей передаю свой опыт и детям своим, и всем начинающим рыбакам. Конечно, хотелось бы больше показать, но по мере своих возможностей я показываю то, что успеваю, то, что могу. Фильмов у меня еще будет много, потому что я еще даже, можно сказать, половиной всего не показал, то, что хотел. Хочу поблагодарить всех работников интернета, Ютуба, Гугля и всех, кто помогал, кто давал рекомендации, кто подсказывал, кто поддерживал меня в моем начинании, в моих фильмах. Всем большое благодарю. Огромное спасибо вам всем. Конечно, на следующую уже дату такую я уже подготовлюсь, соответственно, со своим подарком для моих подписчиков, подберу, как это все будет разработано, подготовлено, какой это будет подарок. И хочу на это обратить внимание, что тоже постараюсь сделать какую-то новинку для того, чтобы осталась какая-то память. Что хочу сказать еще сегодня. Многие спрашивают меня по поводу рыбочки моей. Это почему я звоню, одним нравится, другим не нравится, и почему взял талисман. Ну, во-первых, это рыба. Во-вторых, это колокольный звон. Колокольный звон, он всегда очищает как бы пространство, очищает мысли, очищает ауру, делает людей добрее, делает людей уравновешенными, спокойными, более требовательными, более собранными, более дисциплинированными, чистоту какую-то придает духу. Где-то какая-то изюминка состоит в том, чтобы как-то свой, можно сказать, знак, вот, рындочка, это похоже, это рыба какая-то из красных, не знаю, то ли это горбуша, то ли это из форелевых каких-то рыб. Вот. Называю ее золотая рыбка, потому что это как персонаж со сказки. Начало моих всех этих фильмов и мой опыт на Ютубе, это тоже было для меня как сказка. Поэтому я ее назвал золотая рыбка. Вот все спрашивали меня, почему рыба и почему мой канал, это у меня, в общем-то, рыбацкий. И делюсь-то я своими вещами по рыбалке, о своем творчестве. Перспектива какая? Я вам скажу честно, перспектива большая, много фильмов. Некоторые фильмы рождаются, то есть и забываются некоторые вещи, но потом, когда даже вот подписчики спрашивают, вспоминаешь где-то какие-то года, в общем, такие случаи, о которых уже давно и забыл, но там 70-е годы, даже были какие-то у меня вопросы, которые напомнили мне вообще, я не знаю, там 67-68 год, когда я был очень мальчишкой, 7-8 лет мне было. А уже и забыл за эти моменты. А вот такая вот раз нахлынуло воспоминание, мы вспомнили этот момент и, соответственно, показал. То есть показал. Хотел показать. Что еще хочу сказать? Конечно, буду стараться снимать более качественно, буду снимать больше фильмов. И в разном направлении. Сейчас пока не хочу говорить, я составлю, может быть, какой-то перспективный план. Сейчас, конечно, подготовлюсь уже к осени, чтобы у меня как-то было планирование такое же функциональное и по фильмам, и по съемкам, и
Какая-то часть буду делать свои подделки, какую-то часть я отведу, значит, на съемки фильмов, непосредственно рыбалки. То есть в этом плане, конечно, все мы учимся, и я, соответственно, спустя через год после того, как показывал эти фильмы, тоже набираюсь с опытом, соответственно, планирую, обязательно буду планировать теперь, потому что для того, чтобы было, мои фильмы были интересны для вас, для того, чтобы было качество, соответственно, и чтобы, ну, больше было подписчиков своего рода, конечно, больше привлечь к себе людей, интересующими таким увлекательным видом спорта, я могу сказать, это и спорт, потому что мы двигаемся, мы ищем, мы стараемся, чтобы было, соревнуемся, как будто будем говорить, а это рыбалка, и это практически все мое свободное время по моей жизни, это мое увлечение, это мое хобби, и, конечно, я приложу максимум усилий. Еще хочу раз поблагодарить вас всех, большое-большое вам спасибо. Всем тоже также творческих успехов, хорошей удачной трофейной рыбалки. До новых встреч. С вами был сегодня Виктор Коробкин.